Данный табурет был куплен за 100 рублей в плачевном состоянии. Не было двух вот этих ступенек, самих плашек, куда ставится нога. Он довольно пошарпанный, весь шатался. Вот на этом месте, где сейчас доска, вот это вот было ДВП. Вот, вот этой ступеньки этой не было. Их основание это тоже фанера, как и верхняя сидушка. Поэтому изнутри было усилено еще деревом. Оно приклеено и для надежности посажено саморез. А потом на уголки были посажены уже и сами ступеньки. Отшпаклеванные. Потом еще немножечко прошпаклевал. Потом отгрунтовал. Купил в баллончиках краску алкидную и с молотковым эффектом. Алкидная пошла вместо грунта поверх аквастопа. И получился вот такой замечательный результат. Вот. По-моему, классно смотрится. В общем, новая жизнь у табурета. Где мог, укрепил. Конечно, может он не столько проживет, сколько уже прожил. Но, думаю, лет 15 у него впереди точно есть. А то и 20. Всем спасибо за просмотр. Кому видео было полезным, приятным, ставьте палец вверх, подписывайтесь. Помимо самоделок, на канале есть пранки и рыбалки.